Охуенно. А у тебя пишет звук? Нет. Ты что, дурак, что ли, блядь? Блядь, звук не писал. Йоу! Ребята, которые делают тоже музон. Это не видео. Отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Это видео для вас. Ладно, что это за видео? Почему я его решил записать? Я хотел сделать видео в кружке, но потом подумал, блядь, какое видео в кружке? Come on, everybody. Put your hands up in the club. Я сегодня проснулся от того, что мне пишут все менеджеры, подписчики в ТГ-канале от того, что мистер Шура посмотрел... Легенда. Я считаю, что легенда. Я не просто так сделал именно тогда на него кавер, потому что Шура, мы с ним в чем-то похожи. Видел мой видос «Розовый фламинго», например? Так. И вот этот, видел видос? Вот Шура, вот сейчас. Вечным холодом, только головы непокорные. Тогда в те года, по-моему, можно было вообще, ну... Не то, что из подъезда выйти, вообще нельзя было вот так даже дома наряжаться, даже думать о том, что ты наряжаешься в такое. Конец 90-х, понимаешь? Тогда ларьки отжимали, все дела, вот. Ну и короче, я смотрю видос, где Шура смотрит «Ты не верь слезам». Наш клип. И говори. Хотя трубку перекрывают, что я перекрываю в программе. Ну давайте же будешь свое. Гадина, смотри, он из немногих, кто дотянул вот это. Гадина, он ну-ка успел. Молодец, пунш. Выпью я с тобой пунш со льдом, когда увижу. Мне очень приятно, во-первых, дико приятно. Шура, мистер, мое почтение, мистер Шура. Почему мистер говорю? Хуйня, прикольно. Но хочу рассказать историю, предысторию про вообще о том, как появился этот трек и до чего это доходит, чтобы это пошло еще дальше. Когда-то давно у меня родилась мысль. Ну, во-первых, я делал песню и делал минус. Мы ехали в тур с Wildways, и я сделал песню буквально за час просто. Накидал, сделал за час. Потом мы пошли в бар. Мы сняли это в баре тоже за ночь. За ночь мы сняли в баре, в Ровеснике. Мы сняли клип на iPhone. Я его смонтировал, мы выложили. Ты не верься, все вернется после долгих ночей. И через полгода, летом, я дропнул трек оригинальный. Такой же, чуть-чуть поменял. Мы дропнули трек, там чуть-чуть выкупили права, потому что, ну, трек Шуры. Трек вышел, все окей. Смотрите просто, мысль. Я сделал трек за час, выложил его на YouTube, потом выложил его, дропнул на площадке, и потом мы подумали, почему бы не снять на него какой-то клип. И мы сняли на него клип, но я думаю, что это мут-видео, да? Мут-видео. Это мут-видео больше, это больше мут-видео. Как мы его снимали? Помнишь, как мы его снимали? Уебали в Подольск. Мы поехали в Подольск. В Подольске живет девочка Вика, которая занимается... машинами, Жига это называют. Это была, по-моему, шестерка. Я ей пишу, говорю, блин, есть крутая идея, давай заснимем видос. Она соглашается, мы едем с Пашком и с Янчиком, мы едем в Подольск, снимаем с ней в Подольске полдня на машинах сами. Пашок едет на своем Мерседесе, который, кстати, в конце видоса будет. Он едет на Мерседесе. Ян сидит в багажнике, снимает это все на видос. Багажник, блядь, постоянно туда-сюда закрывается. Пришлось не быстро ехать, потому что багажник закрывался, типа, понимаете? По ветру. Пока мы это снимали, сзади образовывалась ебейшая пробка. Мы постоянно останавливались, чтобы пропускать эту тему. Мы снимали... Вторую часть этого видео мы снимали в Москве, уже просто ходили на Красной площади. Кстати, снимали на Красной площади, нас никто оттуда не выгнал. Я хочу вам рассказать, подписчики, как вообще это все появилось, как появился этот видос, с чего это все началось и к чему это привело. Ага. Yes. Ну и вот, и мы снимали второй день, снимали в Москве, бегали просто по метро, по городу ходили, сняли это все. Насколько мы заебались от 0 до 10? Нет, я заебал был? Ну, блядь. 2 дня подряд мы снимали. Едем 4 часа оттуда, бля, понимаешь? В пробке, мы в пробке еще ехали. Ну, конечно, в пробке. Понимаешь, что мы уже этим днем ничего не будем снимать, потому что время 11. Но я к чему это хочу рассказать? Что, да, это был заеб, но смысл не в том. Шура говорит, что сказал? Снято красиво. С бюджетом. Бюджет. Чуваки, мы сняли этот видос за 5 косарей. Максимум 5. Считай шавухи, бля. Считай, это было 4 шавухи, 5, да? Бензин тебе туда-обратно, и что-то еще, Вики, наверное, мы за бензин заплатили, да? Я не помню. Если, Вика, ну, напиши в комментарии, если мы заплатили тебе за бензин, нет, если нет, то заплатим. Свел трек сам, сделал его за час, бюджет клипа 5 косарей, ну да, выкупили права, но это ну, как без этого. Его сейчас крутят на TNT Music, на музыке первого, и его показали в программе Муз-раскрутка на Муз-ТВ. То есть, я к чему все? Итог. Да, у меня есть клип, который стоит лям.
но на телеке крутят вот этот клип. Может быть, это будет уроком для вас, начинающие ребятки. Я думаю, что для вас, ребята, которые начинают делать музыку, что вот можно вот так. Я сейчас оставлю в комментарии ссылочку. В комментариях под этим видео будет ссылочка. Блядь, это ебано, как сложно, нахуй. В комментариях под этим видео будет ссылочка на голосование. Да, пройди. Еще раз скажи. В комментариях под этим видео будет ссылочка на голосование. Вам нужно пройти на нее. Нажать просто лайк, там вообще изи, ничего даже там даже не там регаться не надо. И можно голосовать еще каждый день. И каждый день можно голосовать. И тогда этот клип поставят в ротацию. И он может быть на Муз-ТВ, и вот по этой ссылочке в комментариях вы сейчас пройдете, лайкните. Что это, блядь? Ну, там в комментариях. Да вот, блядь? Да. Оставляю ссылочку на видос в комментариях. Вы туда проходите, пройдите на нее, лайкните. И если его возьмут в ротацию на Муз-ТВ, будет победа творчества, потому что там есть в этом видосе есть идея. Ну, я не просто там бегаю, я везу. Это было в момент, когда как раз все запретили, типа, появилась вкусная точка, и ты не веришь слезам, все вернется, и это как бы повествование о том, что я везу санкционочку куда-то там, короче, продавать, и чувак такой, типа, ее покупает. И то есть побеждает творчество, походу. Есть такое. Ну, проверим. Вот вы заходите голосовать, и если его включают на Муз-ТВ, то есть видос будет уже на трех каналах. Где ссылочка? Ссылочка в комментариях. Вот там, да? Yeah. А 15 сентября у нас выйдет трек с Wild Ways. Смотри. Вот это. Слушайте трек на всех площадках 15 сентября. Yeah, boy. А как мы поздоровались? Мы нормально поздоровались? Здорово! 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 Это Павлос Видос. А это Пулпунш. Yeah.